здесь у нас? Боюсь, боюсь, боюсь. Некий Санта-Клаус. Так это и есть тот самый ужасный карапуз. Постойте, кончайте. Но это же прикол. Какого-то бродягу швырнули мне на стол. Он старенький, он мерзкий. Он выглядит как бомж. Мне страшно не по-детски. Ну, дядя, ты даешь. Но если уги-буги тут, то значит быть беде. Фактически, старик ты труп, недолго жить тебе. Ты понял, что случилось? Старик, алло, подъем! Давай-ка сделай милость, последний раз споем. Я уги-буги. Сейчас же отпусти меня, тебе же будет хуже. Тебя посадят и казнят, а я детишкам нужен. Ты шутишь? Нет, ты вредишь. Я не расслышал, дед. Клянусь, ты вряд ли встретишь сегодняшний рассвет. Прикольно, так круто, детишки не простят. Замри-ка на минуту, пора нам, батя, в ад. Что ты имеешь в виду? Желаю счастья в новом году. Нет жалости, нет страха. Рулетка, страсть моя. Любого олигарха пущу по ветру я. Но больше всех эмоций игра на жизнь дает. Извольте пристегнуться, ведь нам пора в полет. Остановись, ты ответишь за все. Нагонит, ну вещает. Запутал, испугал. Но время истекает и близится финал. Пора забыть про деток, про сказочную муть. Карету мне, карету. Пора в последний путь. Ха-ха-ха-ха-ха!